Спортивная одежда, коврики, рюкзаки, спальный мешок, весла и спасательные жилеты. Ничего не забыли. Сегодня начинается вторая смена учебно-тренировочного похода «Проводник». Сегодня у нас укладка рюкзака, учимся топографии. Мы сегодня собирали карту, маршрут определяли, по которому мы будем идти. Путь обещает быть тяжелым. Ребятам предстоит пешком и вплавь преодолевать большие расстояния. Я каждый день бегаю по 20 кругов, поэтому я думаю, что я не устану. Я привык к физическим нагрузкам. Мне это привычно. Ну, я хоть здесь первый раз, но всегда тренируюсь дома. Я полна сил и готова идти. Сил потребуется много. Ребят ждет насыщенная программа. Ходьба на байдарках, вязание узлов и изучение основ доврачебной помощи. Также будет возможность поучаствовать в соревнованиях по фриропу и сплаву на катамаранах. Мы все задружимся, что мы будем сидеть около костра и жарить сосиски, маршмеллоу и разговаривать. Подать заявку и поучаствовать в предстоящих походах можно, обратившись в военно-патриотический клуб «Форпост», который находится на территории 4-й школы. Обязательные требования – возраст от 12 до 17 лет и желание. Диана Румантаева, Данила Индюков, новости Губкинского.